которая вот лежит передо мной. Значит, учебное парусное судно «Паллада» 21 числа должно отойти от причала и осуществить свой 140-й учебный рейс по маршруту Пусан, Нагасаки, Пусан, Владивосток. Ну, основное это, конечно, не порты захода, а учебное плавание. Оно продлится до 11 мая, 50 суток. Значит, мы будем принимать участие в фестивале парусных судов в порту Нагасаки, Япония. И затем, 7 мая, курсантский состав, ну и часть экипажа, конечно же, вольется в состав колонн бессмертного полка, которая проводит наше консульство в порту Пусан. Вот такое наше задание. Ну что, конечно, скажем так, сложно. Естественно, что в первый день мы никого там наверх не посылаем. То есть у нас есть уже отработанная схема, как из, скажем так, учеников, которые просидели там год и более за партой, значит, сделать моряков. Значит, вот как раз 50-суточный рейс достаточно для того, чтобы курсанты получили плавательский ценз 60 суток и могли сдать на свою первую специальность, допустим, вахтенный матрос или вахтенный моторист. Все, сначала будут тренировки, сначала в аудитории, потом на палубе. Ну, я думаю, дня через 4-6 будет уже, скажем так, осуществляться контрольный подъем на мачты, расхождение фареям. Ну и, в общем-то, по крайней мере, к Нагасаки мы уже должны быть во всеоружии, чтобы свободно поднимались, отдавали паруса, ставили паруса, убирали паруса. И, ну, как уже настоящие морские волки. Внимание, курсантскому составу приготовиться к построению на верхней палубе на малую приборку. Это каждый должен этим обладать? То же самое изучаем парусное вооружение. Снасти должны также выходить на авралы, независимо от курса специальности. Сколько узлов нужно взять? 13 узлов. Учебная тревога, постов линию судна. Учебная тревога и постов линию судна для курсантского состава. Продолжительный в течение 25-30 секунд и собираться в начале.